Не показывают. Наших наводок не было. Итак, всем привет. Привет, с вами Олег. На канале Филимонович Дальнобой. Если кто-то подсоединился, как обычно, ребята, поставьте там плюсики. Как слышно, видно, есть ли наводки. Потому что у меня телевизор работает, компьютер работает. Телефон стоит на компьютере. Так что могут быть наводки. И мне как бы желательно знать, есть они или нет. У меня такой вид, знаешь, так, типа, Наташа, снизу. Надо как-то вот так. А то все время как-то я снизу. Ноздри большие, как у обезьяны. Так, сколько нас человек? Пока 3 человека. Еще никого не вижу, никто не отписался. Плюсиков нету. Будем ждать этого самого. Что там и как. Кофеек попиваем. У нас сегодня вечер в Риге, сегодня уже вечер в Риге, уже 25 минут 9-го. Виталя, привет. Привет, Виталик. Я надеюсь, Виталик, ты прочитал мои ответы. Ну, ты понял, о чем я. Вот. Как там видно, слышно, Виталя? Как у вас погода? У нас, кстати, в Риге дождь. Удивительно. Снег лежит и дождь идет. Вот сейчас ездил в магазин в Максимум. Затаривался пузырями. Ну, нормально, я объяснил, да? У нас тут максимум всякие скидки на шампанское, на вино. Не знаю, завтра закончится, наверное, поэтому пришлось сегодня сгонять. Накупить. Как там? А, ты дома, да? А, я понял. Дождь у вас? Ну, знаю, как у нас. Обещали какой-то там дождь... Как называется? Ледяной потолок. Ну, что-то так не видно, но моросит дождик. Интересная такая погода. Такое ощущение, что к Новому году опять все растает. И будет, как в один из предыдущих годов, что у нас будет не снег зимой, а на Новый год, вернее, а лед. Вот. Ой, хорошо, кофеек на час. Стримчик проведем, расскажу. То, что хотел рассказать, и надо будет собачку уводить гулять. Так, ну, как там слышно-то, Виталий, или кто там еще, кто-нибудь, ребята, есть? Плюсики поставьте, пожалуйста, один плюсик, два плюсика или минусики. Потому что реально у меня был такой момент, что я как-то вел стрим, ставил тоже телефон к этому, как его, на компьютер, да, и наводки шли с телевизора, и с компьютера. Так что очень интересно так. А, вот, два плюсика, отлично, это очень хорошо. Так, у меня тут... Я, как видите, дома, ребята. Валик, привет. Нормально, отлично. Как... Я уже дома, это не машина, не за рулем. Я уже неделю как дома, друзья мои. Вот, тут Наталья там сидит, прячется где-то с левой стороны. Вяжет носки, стесняется в камеру попасть. Джуста там где-то бегает. Джустик, ты далеко? Он стесняется тоже. Так что вот так. Ну что, начнем стримить, расскажу. Короче, сегодня, наверное, все смотрели мое последнее видео, оно было такое короткое. Я думал там снять на пароме, но, ребята, паром это было что-то такое. Я ехал как этот самый, как цыган. Сидел на полу, полудреме таком. Вот. Ну ладно, если смотрели сегодняшнее видео, это короткое, да? Просто я его не доделал, но решил, чтобы материал не пропадал, запустить все-таки как бы окончательное видео моей, так сказать, экскурсии, да, там моего опыта неудачного на Ахале. Но чтобы было как бы завершилось все нормально, логично, я решил все-таки провести стрим, если будут вопросы, отвечу. Так, ну что значит, я приехал на базу вечером. Как вы видели, я не успел выгрузиться, так не успевал там по-любому. Они уже там закрывались, уже видно, что темные ребята там уже не хотят работать. Ну, уже они до 10 работают, а я там был без 15-10, уже все. На утро я поехал, выгрузился, 7:30, да, меня выгрузили, где-то в районе 10 часов я уже был свободен. Поехал, помылся сразу с утра и уже... Помылся, да, и начал убирать машину. Убрал полностью машину, все. Свою машину сажусь, а у меня левое колесо, представьте, заднее сдуто.
И у меня такой компрессор, который что-то перестал, я не знаю, что случилось, он перестал мне надувать колесо. Так я так и ехал. До 1,8 я добрал воздух, ну, блин, час качать, я так и не понял. Либо он уже гапнулся, либо... О, Лена, да, дома, конечно, хорошо, да, ребята, хорошо дома, конечно. Все рядом, все. Дом – это дом. Вот. И самое интересное, что я... У меня часы на машине не переведены. Владислав, привет, привет. Не переведены, я стартанул на час раньше. А так хотел еще там в душ сходить, помыться. Потом смотрю в машине, время уже, елки-палки, пора выезжать. А мне еще надо найти, где колесо подкачать. Оказалось, что в городе на заправках нету подкачки колеса. И первая, которая попалась, у меня 80 километров от Нантели было. Место, где я подкачал колесо. Ну, в итоге я приехал на паром, к паромной переправе один из первых. Я был первый, единственный, который там стоял. Да, все бы ничего, хорошо, там есть галюны, туалеты. Олег, Алексик, привет, привет. А, тоже отвечу на вопрос. Олег, по-моему, не задавал по поводу финансов чуть позже. Это я сейчас рассказываю, как я вообще до Риги добрался. Я скажу, ребята, я ехал очень долго. А, хорошо, там туалет был. Ну, там до, кстати, кто поедет с Нантали, там, оказывается, рядом... О, привет, Эстония. Алар, привет. А, о, Олег уже с Виталиком. Виталий, я здесь. Коллеги, привет. Так что там можно купить, как обычно, свой набор, да, за который вы меня тут ругаете. Это гамбургеры, Кока-Кола. Так я потом с гамбургерами и Кока-Колой ходил по парому. Искал место, где можно прилечь, присесть. Но в итоге возле лифта там розетка была, я там... И сидел. Неудобно, конечно. Ну, посмотрел, что все так делают, я так делал. Ну, самое интересное по отправке, да, купил мне босс билеты, все в порядке. Я не оплачивал, сразу вам, ребята, скажу. Он оплатил мне, ничего не высчитывал, все как положено. Я-то думал, в принципе, возвращайся в Ахалу, знаешь, немножко отдохнуть от всей этой вот чепухи. Говорят, ребята, я похудел, посидел, видите, волосы выпали. Уже какой был лохматый, как шапку снял, волосы повыпадали. Вот. И, как всегда бывает, я же не могу без приключений. У меня получилось так, что мой паром на полтора часа, на час он пришел позже, соответственно, на полтора часа отошел позже. Но пришел в Таллин так более-менее где-то после часа. А в Таллине была погода морозная. Я скажу, не снежная, а видно было, это какая-то оттепель, потому что был полный гололед, полный. Машины выезжали очень трудно, не только моя. Опять вот этот гололед, да, он мне всю эту эпопею, да, преследует. Но в итоге реально машины шли передо мной трудно, за мной трудно легковые, потому что бросало. И Таллин такой город, что его надо пройти, как я говорю, от Вацмилгрависа через лес в центр Риги, снова через Булдера и потом выехать. Вот. И в итоге, а я, поскольку в ночь перед отъездом вообще, можно сказать, не спал, да, ребята, и на переправе не спал, и на пароме не спал. Сколько там паром шел? 4 часа он шел. Вот. Я, короче, чувствую, ребята, меня как на работе начинает рубить. Думаю, не, блин, надо еще до дома не доеду. Заехал в одном месте, поспал, минут 20 проснулся, сразу поехал дальше. Потом опять чувствую, что начинает рубить перед пиарной уже опять. Уже так конкретно хорошо поспал, там часа 4 в машине. И потом уже домой. В Риге я планировал быть к 6 утра, в итоге был где-то... Сука, в 9 утра был, да? В 9 утра я был в Риге. Ну, дома сразу все оттаяло, все как бы улетучилось, все эмоции. Вот. Что, сразу отвечая, Олег, на вопрос ты мне там задал, нет, по деньгам все нормально было. Единственное, опять, последний раз уже, так это неприятно, вот, когда ты пишешь человеку с вопросом, с конкретным вопросом, отвечаешь в ответ звонок с какими-то опять наездами. Причем... концовка была такая интересная, было сказано, типа, блядь, и сброшена трубка. Я задал обыкновенный вопрос, что привет, что по викингу и что по зарплате. Поскольку мы договаривались
с понедельника по вторник мне будет выплачена зарплата, как только будут данные по викингу. Вот, я в понедельник написал нормальный вопрос, что по викингу, второе предложение, что по зарплате. Человек сказал, что понедельник, вторник. Ну, я и задал вопрос в понедельник, вторник, я не задал его в субботу, правильно? То есть, вот это не нравится, вот это вот, вроде все нормально, но вот человек по телефону не умеет разговаривать, и я так не привык. Я достаточно вежливо, но если со мной так начинает разговаривать, то я тоже могу так разговаривать. Я не позволяю, как я говорил всегда, из себя делать крайнего, если я виноват, то я виноват. Но по телефону извольте нормально общаться, все-таки мы люди все. Мы взрослые люди, а не дети какие-то. Вот. Ну и в итоге он мне опять перезвонил и начал меня там учить математике. Я не умею считать, это было мне очень смешно. Кстати, если ты меня смотришь, дорогой мой бывший начальник, то так, для справки, я по математических олимпиадах участвовал. У меня с математикой все хорошо, я даже могу сейчас еще трехзначные цифры в уме умножать. А, извини меня, 95 разделить на 2, это элементарно не 42, а 47,5. Так, ну это так, предисловие. Но единственное, был мне задан вопрос, я задал ему сразу вопрос. А, он мне позвонил, говорит, давай, я тебе сейчас все выплачу, фиг с ним, с этим викингом, на твоей совести будет, если там будет сумма больше 3000. Ну, я не стал спорить. На моей, так на моей, буду я бессовестным человеком. Фиг с ним. Но в итоге получилось, что он с меня было вычтено 50%, как и обговаривалось этой, ну, как это называется? Ну, вы поняли, да? Слово забыл уже, как это называется. Саморизк, да, за викинг 650 напополам. Вот. Ну и сказал, что мне четвергом закрывает. Я говорю, а пятница сколько ты мне считаешь? Он говорит, а что, ты в пятницу работал? Я говорю, я в пятницу выгружался. А, нет, он говорит, ты в четверг же выгрузился. Я говорю, в пятницу, там же все в этом самом отчете есть. Вот. И все, ну, туда, ну, полдня. Ну, выплатил, все в порядке. Вопросов нету, как обговаривалось. С этим точно вопросов нету. Ну и на этом, я надеюсь, наше сотрудничество, связь прекратится. Мне неприятно с таким человеком общаться и не хочется. Вот. Зачем надо сообщаться с человеком, который не умеет сообщаться по телефону? Ну так, это вот то, что касается денег. Здесь все нормально вообще, без проблем. Как обговаривалось, так оно и есть. Теперь, что я хотел сказать. А, кстати, сразу скажу. У меня ребята спрашивали, с которым разговаривал, подходил, как я считываю свой чип, когда вытаскиваю на 45-ках. Да, ребята, я повторюсь еще один раз. У меня вот такая штучка куплена. Здесь, наверное, вам плохо видно, потому что наоборот, да? Сейчас я посмотрю. А, не видно, да? Тахограмм. Вот здесь она с переходником даже, да, это под Type-C и microUSB, да? Под это самое, под iOS, под iPhone, по-моему, надо смотреть в AliExpress. Скажу сразу, что у меня было их две, я одну подарил коллеге еще в Хейстеркампе. Эту я покупал на Rumble. Там, кто из Латвии знает, что где проходят техосмотры грузовики, да, там есть такая фирма Люкс, по-моему, она называется, она занимается тахографами, и вот там она продается. По-моему, 18 евро стоит. Но я не ставил программное обеспечение, которое они предлагают, потому что там ежемесячная плата, по-моему, в районе 2 евро, даже может быть больше. Я поставил там специальную программу, она есть, в аппликациях, да, там типа профдрайвер, по-моему. Один раз заплатил там 3,50 и все, пользуйся, все. Очень удобная программа, я там всегда смотрю свои нарушения, когда запланированный отдых, следующий, все дела, где, как я ехал, сколько я отработал. Это не реклама, это реально удобная вещь, но могу сказать, что, видите, на ней, она как бы сделана как бы для нас даже, да, для дальнобойщиков, там даже, видите, сделаны молоточки, кроватки, все дела. Но есть аналоги, есть на AliExpress, они очень недорогие, они там стоят, по-моему, я не помню, я, по-моему, покупал то ли 5, то ли 6 евро. Ну, только они без этого логотипа, тахограм.
Там просто он и ID-карты списывает, и считывает, и все дела. То есть удобная штука, если вы хотите знать свое время, и чтобы вам никогда никто не сказал, чтобы свой чип не считали. 45-ка вытащили, считали себе, и он уже видит, что вы его считывали. То есть к вам претензий по этому поводу не будет. Будут претензии только по поводу несчитывания самого тахографа машины. Да? В Ахале, кстати, я ни разу это не делал, но мне уже вышло предупреждение, что нужно считать. То есть там надо брать какой-то прибор и считывать. Я хотел это посмотреть, но так и не удалось мне это сделать. Кстати, перед отъездом я снял вот это видео, что было вчера, это было снято как для отчетности для себя. А заодно сделаны были все фотографии всей машины, да, ну только не изнутри кабины, а по кругу, да, и отправлены руководителю, да, владельцу компании, чтобы потом не было претензий относительно, что где там что-то поцарапано. Потому что ну, это нормальная практика, при приемке фотографируешь, отсылаешь, и после сдачи фотографируешь, отсылаешь. Это, в принципе, это когда я пришел в Хейстеркам, это было, и здесь это тоже практикуется, но это нормальное явление. Вот. Так что вот так, теперь я дома, отдыхаю. По планам у меня, видите, я как бы запланирован, у меня 27-го отъезд в отпуск. С супругой и с дочкой, поэтому я как бы хотел до 22-го поработать в любом месте, чтобы, ну, если я уезжал с Ахалы, да, я думал, что-то работаю там пару недель где-нибудь, коротенький рейс на Кубу сделаю и поеду в отпуск. Ну, не сложилось, потому что я понимал, это трудно, конец месяца, и так у меня там не зависли, нет, все нормально. Конец года, вернее, да, и с работы не так легко. Хотя были предложения, но, ребят, я честно скажу, я уже устал ехать куда-то, чтобы на две недели поработать. И сейчас я скажу почему. Помимо того, что я работал до этого там в Голландии, я сейчас расскажу то, что еще не рассказывал, и чтобы вы поняли, в каком я состоянии приехал в Швецию на эту Ахалу, на Ахалу. Короче, получилось так, что будучи еще в отпуске, мне нужно уезжать было на фирму, я предчувствовал, что что-то там не в порядке со мной. Ребята с Ситранса знают, мои коллеги, мои друзья, что мне там оказалось, что меня там подставили. Немножко кто-то там... принял мой контракт. Ну, я не знаю, короче, как-то казалось, что у меня, блин, разобран был пол, взломан конкретно. Ну вот, и перед моим отъездом, буквально за неделю, мне сообщили, что там логистика, ну, не хочет, чтобы я обратно приезжал, чтобы искали другого водителя. То есть я как бы обломился. Но я, в принципе, был к этому готов. Я связался с другой компанией, где аналогичная зарплата. Кстати, по зарплате. Это вот та зарплата, ребята, где платят 200 евро. А мне платили, 204 даже мне платили в день. Вот. И я поехал туда. Я приехал в Ригу. Пару дней побыл в Риге. И поехал своим ходом на Роттердам. Из Риги. Приехал в Роттердам. Все нормально. Мне даже карточку уже карго оформили. Все. Короче, я приехал уже на базу. Мне должны были найти драйвера, который меня покажет мне, ну, как... какая-то у них специфика по бельгийским портам, да, там, и как с бумагами работать. То есть организационные вопросы где-то, в принципе, делают во всех нормальных фирмах. Но прибыв на место, оказалось, что драйвер, который меня должен был как бы показывать, где-то загулял, где-то он пропал. И поскольку, типа, они говорят, у тебя нету практики по немецким портам, я говорю, ну как, я был там, и в Гамбурге был в порту, и в Бремене был в порту, в Гамбурге, в Коксхафене был, где там я еще был. Ну, был я в немецких портах, не так часто, как в голландских портах, но был просто, что там, один раз ездил, запомнил, голова есть. Не, у нас так. Ну, короче, говорят, поскольку тебя нету, значит, мы не можем тебя взять. Все, говорю, интересно, а до этого нельзя было мне сказать, вы мне уже сделали карго-карту, да, для заезда в порты.
Ну, вот тут еще есть вариант, какой-то голландец там, может быть, подъедет, может быть, он возьмет себя на обучение. Хорошо, на утро я приехал, ну, они мне отель снимали, да, я там двое суток в отеле жил, приезжаю, оказывается, этот голландец, который хочет меня, хотел меня обучить, по-английски ничего не понимает, вообще какой-то странный. То ли я не помню, то ли на обкуренный какой-то старичок, то ли он вообще какой-то бред нес там. Я вообще его не помню. Короче, мне не сошлось. После этого я там связался с своими друзьями, мне кучу фирм надавали, опять же, той же Голландии, но опять этот голландский контракт, договор, то, что мне не подходит, а я, как всегда, говорю, что мне нужно отдыхать как минимум 3-4 недели, то есть я могу работать подольше, но чтобы отдыхать дольше, а так, чтобы один отпуск в году иметь, мне это не годится, либо 2 по 2 недели. Ну вот, и были там еще варианты, надо было ждать внутри Голландии, жить опять, чтобы тебя оформили, прописали. То есть не получилось, я сорвался тогда в Германию, поехал к границе с Люксембургом, в ту сторону, там где-то Коблинс, по-моему. То есть еще, я считаю, 800 километров, не 800, 400 проехал. Ну вот, и там уже я как бы начал почти работать, только если бы мне сразу дали машину, поселили бы меня в комнату, которую мне обещали дать, то, может быть, я там сразу остался и уже никуда не дернулся бы. Но мне приходилось жить в Мерседесе, утром выносить вещи, вечером заносить. Эрик, кстати, если ты смотришь меня, привет. Коля, если смотришь, привет. Там все нормально, в принципе. Ну, знаете, я так поработал уже как-то на немецких фирмах, не особо так рвался, да. Но вот если бы мне сразу сложилось, чтобы я приехал и сразу начал работать, было бы все нормально. А тут мне было предложено поехать в Швецию, вот на Ахалу. И я срываю, и причем мне оплачивали паром, ну, за который, конечно, я потом вернул деньги, зарплаты, но сам факт, что я сорвался туда, но я не знал, куда я еду. Ребята, я реально, вот вы смотрите, я уже провел, тогда уже неделю провел в этих непонятках, где я буду работать и как я буду работать. И тут мне предложили, куда я, в принципе, хотел, ну что там, Швеция, Финляндия. Да и Норвегия, ребята, ну, если на полуприцепе, ничего страшного есть. Начинать на полуприцепе, если ты на нем работал, много проще, чем начинать на 25. И вот здесь моя первая ошибка была, что я не спросил, на что меня зовут. А вторая ошибка была, когда мне Лешка, Леша, если смотришь, привет тебе. Кстати, ребята с Ахалы, все, кого знаю, кого не знаю, кто подходил, не всех запомнил, как по именам, всем вам привет. Спасибо за поддержку, спасибо за все. Нормальным ребятам привет. Нормальным. Вот. И Алёха мне пишет: а ты вообще в курсе, на что ты едешь? Я говорю, как на полуприцеп? Он говорит: о, не, позвони, узнай. Я звоню, пишу сообщение, мне, блин, позвонил. Мне говорит, на 25. Ну, садись. Джустон пришел. Сейчас покажем нашего Джустона. Вот он. Все, блин, с папой. Он уже собирается гулять, он уже знает, скоро стрим закончится, пойдем гулять. И мне на 25-ку, ребята, вот и я уже как бы должен за паром. Надо было просто плюнуть, приехать в Хельсинки, купить билет себе на паром и ехать. Ну, поскольку я такой человек достаточно ответственный, другой бы, наверное, так и сделал. Вот это была моя ошибка, надо бы сказать: слушай, парень, ты ничего так не попутал? Надо, наверное, предупреждать. На что мне сразу был, знаете, вот этот первый был этот наезд, что, а ты должен был узнавать, на что ты едешь. Интересно, ребята, вот вы представляете, вы едете на полуприцеп, имея АДР, и бочки, и мины возить, и бомбы возить, а приезжаете на сцепку бочек, например, да? Это же разные, согласитесь, вещи, блин. И вот так же самое я, блин. И вот с того момента я начал чувствовать, что что-то не то будет. Вот, знаете, вот я с первого дня вот понимал, что ну как-то не мое, ну я не подготовился к этой работе. Это реально трудная работа, начинать на новых машинах, в таких условиях, ну вообще новая фирма. Машина, на которой не работал. На период, да, там было там неделя как раз еще без снега, да. Но я там, ну так, был снежок, но маленький. То есть вот такие вот дела. Янчик, привет. Привет, Янчик. О, Яня, кстати, мой протеже. Я его устроил туда в бельгийскую фирму, которая, кстати, есть в этом видео, где 160 дней. Ой,
Оплата 180 евро в день. Вот он там работает, в этой фирме продолжает. Яня, спасибо тебе за подарок новогодний. Очень приятно. И от меня, от моей семьи. Спасибо тебе, дорогой. Вот. И, то есть, у меня была стрессовая ситуация, поскольку надо понимать, что мне все-таки, блин, не 20 лет, не 25, даже не 30, мне 56 лет. И, блин, для меня это очень-очень большой стресс. Полетел, блин. И вот так все началось. Вроде все нормально. Я скажу так, рампы, я уже говорил, рампы – это фигня. Это реальная фигня, подъезд. Вот знание дорог и умение управлять этой машиной, она хорошая машина, я не жалуюсь на нее, но в какой-то момент она перестала меня тянуть, что с горы, что в гору. Либо, говорю, это мои... Спасибо, Янис. Это мои... Я не виню кого-то, я виню себя, и я не мог понять, почему машина не тянет, понимаете? Вот в чем дело. Если кто-то вот объяснял мне, что вот будет так, там эту кнопку, там вот это, да, понемногу я понимал, там, перегруз на ось, то, все, дифференциал, отключаешь там на блокировку. Даже некоторым водителям я говорю, ты знаешь, там есть такая кнопочка, какая такая? Они уже работают в ахоле, больше меня, но они не знают, что там есть такая кнопочка, где ты переключаешь дифференциал и еще кнопочку нажимаешь, что ты отключаешь еще какую-то функцию. Интересно, правда? Но это есть. Вот. Потом много чего нового я узнал в процессе. Ну, понимаете, одно дело в процессе ты узнаешь, и у тебя нету косяков. А тут получается, ты узнаешь, когда у тебя уже косяк. И это все настолько нервирует. Вот. И когда ты попадаешь в такую ситуацию, когда ты понимаешь, пошел бы ты влево, ты бы пошел бы за подснежниками. То есть ситуация достаточно нервная, там любой, блин. Я себя знаю, я достаточно, как это, спокойный человек, я справляюсь с этими ситуациями, но я понимаю себя, для меня этот стресс, он так навалился, что просто офигеть. Я говорю, как Дэн говорит, что если поначалу он там стал, он бы не только там каблуки под колеса подкладывал, он подкладывал бы там под колеса все, что есть вообще под рукой. Но так есть, потому что ты начинаешь делать... все вещи, чтобы обезопасить, чтобы к тебе не было претензий хотя бы не от того, что ты в таком положении, а чтобы хотя бы не было претензий со стороны полиции, что ты что-то не сделал. Ну, это логически, логично. Ну и вот так все понемногу пошло. И когда тебе звонят, еще начинают тебе не поддерживать, не успокаивать, а наезжать, вот это уже все. И когда тебе уже говорят, что надо найти крайнее, ну, понятно, все, будем прощаться. Особо ничего плохого я не хочу сказать там про начальника. Просто мы не сошлись. Вышел такой разговор, что вот все садятся, у всех все нормально, а с тобой уже там за 4 недели, за 5 недель постоянно что-то. Ну, значит, все, будем прощаться. Вот. Ну, что хочу сказать. По зарплате, да, вообще никаких проблем не было. Нужен аванс, мне всегда был выписан аванс. А я изначально сказал, что мне каждый понедельник нужен аванс. Потому что я так привык, чтобы у меня были деньги, чтобы я было что-то отослать семье. И чтобы я не нуждался. Вот мне надо, они у меня есть. Они запрашивают, дай мне 20 евро, дай мне 50 евро. С этим вообще проблем нет. Это... Все в порядке. Вот. Ну, а потом остальное все, ребята, вы видели видео, кто смотрел. Да. Как Леха говорит, жалко. Вот реально, я так посмотрел на канал, ну, на YouTube, да, вот действительно, очень мало видео с длинномеров. Наверное, я не скажу, что я единственный. Наверное, может быть, тот, кто осмелился рассказывать. Ну, не осмелился, а просто рассказывает. Если вы смотрите мои видео, да, вы понимаете, что я не делаю постановочные видео. Я снимаю свои будни, какие они есть. Все свои ошибки, все свои косяки, все свои удачи, неудачи. Я это и снимаю, показываю. Я не показываю только, какой я хороший, какой я вот тут сделал, тут, я тут вообще супермен такой. Нет. Поэтому, конечно, и критики было достаточно. Но нормальной критики я адекватно отношусь. Я вообще отвечаю на все комментарии. Неважно, критика, хвальба там или что-то. Но надо понимать разницу между критикой и оскорблением. Между критикой и сарказмом. Когда на каждое твое движение, твое
движение, на каждый какой-то там идет какой-то сарказм, причем ты понимаешь, что это неуместно, вот реально неуместно. Такое ощущение, что пишет не коллега твой, а какой-то там, я не знаю, вообще с другой профессии. Ну ладно, я не хочу возвращаться к этому рассказывать, но просто и это все начинает тебя еще раздражать, нервировать все больше и больше. Я вообще сдержанный человек, но просто я мог столько там натворить комментариев, что я потом бы жалел. Это, кстати, Виталий, продолжение твоего вопроса. Вернее, ну я понимаю, и ты понимаешь, да? Так, что я еще хотел, о чем я еще хотел сказать? Ну, сначала скажу о планах своих, да? Вот я, говорю, хотел поехать, да, были предложения, не договорил. Но так получилось, что все-таки приходится дома остаться. А поскольку я все равно 27-го планировал уехать и где-то числа до 13-15 отдыхать, то в любом случае я могу сказать, что я буду стартовать где-то 15 января. Канал я буду продолжать, показывать свои будни. Ну, просто единственное, может быть, не будет так интересно, как было интересно на длинномерах, да? Все-таки это разная работа, и жалко действительно, что мало, вот реально мало видео про работу дальномеров, особенно правды, да, как это нелегко на длинномерах, да, дальномерах, как это нелегко. Да, я ничего не хочу сказать, я бы с удовольствием продолжал бы работать, но я говорю, так сложились обстоятельства, как попал не в то время, не в то место, так скажем. Потому что, конечно, хотелось бы, чтобы больше было бы информации о работе. Виталий, привет! Больше было информации, вообще было бы наглядно, чтобы люди показывали не только дороги, как красота, олени бегают. Олени бегают, те бегают, то бегают. Я не знаю, все в порядке, сейчас расскажу. А вот что происходит с человеком, как ты себя ведешь, как ты радуешься, как ты огорчаешься. Вот этого не хватает. Потом также не хватает информации. Так вот, да, я опять же сбился. Не рампы самое страшное, это все фигня. Эти рампы, как мне Дэн объяснил, пофиг, пусть стоят, ждут, пока ты 10 минут, 20 минут, как Леха говорит, 10-20 минут позора. Ничего страшного. А вот то, что вот незнакомая ситуация, незнакомые дороги, да. Даже бывает так, что ты выезжаешь, вот у меня последний раз был, я выехал из ворота, и у меня сразу подъем. Понимаете, сразу подъем, ледяной. Вот ворота, и сразу подъем. Зашибись, правильно выезд? Если без опыта, как я, поехал, да, и встал, и потом опять начиналась фигня, потому что я встал. А опытный, наверное, чуть заехал и поехал бы назад. Отъехал бы, ну там не было возможности, в принципе, назад ехать, но все равно он бы подождал бы с выездом, когда освободилась бы дорога, и там коллега бы уехал. Ну, это так, к примеру. Вот. Поэтому, вот по рампам я нашел одно видео хорошее. Ну, вот я, наверное, я его сделаю с переводом на русский язык как-нибудь, да. Ну, видите, я уже как бы в ахале не работаю. Но все равно очень интересное видео, очень правильное видео. Там на английском языке рассказывает чудак четыре основных вещи, которые нужно знать, чтобы встать к рампе. Я, наверное, переведу, сделаю свои комментарии, ну, на русском языке как бы комментарии закадровый, дубляж, так сказать. Но это очень полезное видео и самое лучшее видео, которое я видел. Вот. Так что вот по продолжению по работе. Да, и у меня было предложение одно, второе. Я говорил, что в Голландию, в Бельгию, в Эстонии там не до конца выстреливало все. Но были варианты, даже вот позже вот там мне Алар предлагал туда-сюда поехать. Но я уже, у меня было назначено две встречи в Риге с компанией, которые меня брали, которые мне обещали отправить меня до Нового года в рейс туда-сюда, и что потом я с ними работал. Ну, как работал, если мы сойдемся? Но в итоге я предпочел маленькую компанию, в которой работает мой старинный друг Андрюша. Андрюша, если смотришь, привет. Она прямо в Риге, она находится... Машина сейчас у меня находится, ну, максимум километр от дома. Там база, она стоит, я уже там был, это Volvo E5. Вот,
У меня уже ключи от машины есть, все есть. Но не получилось уехать сейчас. Но в любом случае, я сказал, что я тогда уже прыгать не буду, никуда ничего искать не буду. Я стартую у него, да. Так что зарплата нормальная. Да, 90 евро в день. И работа по моему привычному маршруту. Иногда Швейцария, иногда Люксембург, иногда Италия. В основном это Германия и Дания, Швеция. Это знакомые маршруты по, еще по Хестеркампу. И тем более, знаете, Ротби, Путингарден. Это знакомые паромы, да. Ну, все там знакомо. Гетеборг, Трелеборг. Все привычно. Вот такие вот у меня планы на будущее. То есть, это, если вот сейчас это, наверное, последнее видео-стрим в этом году, то следующее видео, ребят, уже будет к середине января, не раньше. Может быть, я еще продублирую вот то видео, которое я говорю, ну, сразу говорю, что я не отвечаю за авторство, я просто и ссылку там буду давать. Это очень полезное видео, но просто не все знают, могут понять английский язык. Хотя там, в принципе, все достаточно просто. Но там будет ссылка дана и на нормальный, на тот, чье это видео, на тот канал, на это видео. Вот. А теперь я хочу поговорить с теми, кто собрался на Ахалу, ребята, ехать. Скажу свои... Не-не-не-не, это не АСГ фирма, нет. Это... Маленькая компания, 5 машин, меня туда давно уже звали. Ну как звали, я вернее сам давно хотел туда идти, но не было места. Просто Андрюша получил новую машину, его машина освободилась. И там владелец компании берет только по рекомендации от своих ребят. Но взял человека со стороны, тот как съездил на 2 недели, что-то ему не понравилось. Ну как ему не понравилось, он просто видно хотел на 2 недели поехать, потому что у него все равно в планах была другая фирма. В итоге они расстались. И вот машина стоит, как бы, я могу хоть сейчас уже вещи начинать загружать понемножку, но я там начну загружать на следующей неделе, вот. И самое главное, что эта машина будет моя, то есть я вот 6 недель отработал, 3 я в отпуске, она будет стоять меня ждать. Вы скажете, такого быть не может, может быть, потому что эта машина не лизинговые, не кредитные, не арендные, за них платить не надо, как в Ахале. То есть все в порядке, это моя машина. Она будет прописана за мной. На ней никто не будет ездить. Может быть, сам директор, если он там надо будет куда-то отвезти, коротенький рейс сделать. Вот. Так вот, по Ахале, ребята, вот грабли, на которые наступил я, и которые рекомендую вам сразу узнавать. Ахала, как я уже говорил, это... логистическая компания, финская логистическая компания, которая имеет свой автопарк, но не имеет своих водителей. Может быть, я ошибаюсь, может быть, у них там есть какие-то свои водители, но мало. В основном маленькие компании заключают с ними договор. То есть вы открываете компанию в Эстонии, например, да, заключаете с ней договор на аренду определенного количества машин. Условия, я не знаю, какие там лизинговые или арендные машины. И каждый месяц вы выплачиваете за машину определенную сумму. Ну, скажем, давайте 2000 евро выплачиваете за каждую машину. То есть вам не выгодно, чтобы она стояла. Также необходимо, чтобы эта машина проходила минимум 10... Вот говорят 10 тысяч, а у меня был вопрос по поводу 8 тысяч. Ну ладно, 10 тысяч каждый месяц. И там немножко другие условия. Там получается до 10 тысяч, то хозяин получает одну сумму денег. После 10 тысяч он уже начинает получать другую сумму денег. То есть прибыль какая-то. Логистика ахаловская и бен-карточки тоже ахаловские. То есть, ну, есть на чем подумать, чтобы открыть свою фирму и сделать, если есть, конечно, желание. Просто в данный момент, как я понимаю, сейчас у них машин нет, и с этим сложности. Вот, это то, что касается самой фирмы Ахала. Какие машины? Я вам скажу, что я встречал эстонские, финские, вот шведских, я не помню. Встречал, я даже недавно польскую встретил, машину с Ахалой. Так что на польских номерах это есть. Вот. Нужно это понимать. В основном у них
направление Финляндия-Швеция, есть Балтия, там полуприцепы, а также есть направление Норвегия. Норвегия – это полуприцепы, а длинномеры – это Швеция и Финляндия. Так вот, чтобы... Если вы хотите попасть на Ахалу, вам нужно изначально с человеком, к которому вы идете, сразу моментально узнавать, помимо заработной платы, какая там сутки заработная плата, 80, 90, 100, 110, 120, 200, неважно. Это первое. Второе. На каких вы будете работать машинах? Обязательно. И с этого момента наступает еще второй вопрос. Не просто вот, понимаете, вы скажете, он вам скажет, на полуприцепах. Нам надо, вам сразу надо задавать второй вопрос. Если вы хотите на полуприцепах, я всегда буду на полуприцепе работать или нет? Потому что я знаю, что есть некоторые владельцы компании, которые хитрят. Они вас посылают на полуприцеп, а через неделю можете тебя посадить на длинномер. Понимаете? И вам нужно это сразу обсуждать. Сразу обсуждать. Дальше. Помимо этого, вам нужно обсуждать страховку. Раз. Смотреть договор, который вам подсовывают, на каком он языке и что там вообще прописано. Я не буду рассказывать про свой договор, потому что там в договоре написано, если я типа какие-то там тайны буду по нему выдавать, у меня штраф 1000 евро. Нормально тогда, сразу, хопа. У меня, скажу единственное, у меня в договоре было две цифры написано. Если я раньше, чем ухожу раньше, чем за месяц, без предупреждения, 1000 евро штраф. Если я расскажу финансовые тайны, 1000 евро в час. И было, по-моему... минимальная зарплата была указана. Минимальная зарплата, ребята, была указана... Это, по-моему, самая минимальная зарплата, которая есть в Эстонии. Ну, вот. Но насколько я знаю... Я могу ошибаться, но насколько я знаю, в Эстонии есть минимальная зарплата для водителей грузовых машин, это 1150 евро. Я не буду спорить, какая у вас там по договору зарплата, какая должна быть зарплата. Но это закон, минимальная зарплата. И когда вам говорят, что... Вы же не работаете по Эстонии? Ерунда, бред. Вы работаете, неважно, вы работаете командировочно. Просто ваша командировочная заработная плата должна складываться с такой суммы, которую он вам обещал. Если он вам обещал 100 евро, значит, он вам должен платить минималку в месяц 110 евро. Ой, 1100, скажем, 1000 евро в месяц минималка. Плюс, ну, вот 100 умножьте на 30. 3000, значит, 200 разделите еще на 30. Это ваши командировочные плюсом, да? И с этого должна и складываться эта сумма. То есть, 1000 разделить на, это значит, на 30 дней, например, да, это будет 33 евро, это по зарплате, да, по окладу. И, значит, 67 евро, это получается, как бы, командировочный. Вот у вас 100 евро. И то, что там вам рассказывают, это, конечно, ерунда. Версии... Можете верить, можете не верить. Но я знаю ребят, которые работают в эстонских компаниях, Баха или нет, но от эстонцев, у которых оклад 1250. И они работают все время в Швеции. Единственное, они берут машину в Тарту, едут в Швецию и возвращаются перед тем, как уехать домой, в Тарту. Но они же не работают в Эстонии. Но у них минимальный оклад в договоре 1200 евро. Так что... Думайте сами. Как я всегда говорю, думайте сами, решайте сами. И вот, важно вот это. Потом важно, страховка, я сказал, важно сразу отговорить отпускные. Ребята, отпускные вам положены. И когда вам там что-то говорят, давай я тебе буду меньше платить, тогда я буду тебе давать отпускные. Ну, опять же, решать вам. Это то, что, я говорю, то, что надо, на то, что надо обратить внимание. Вот. Это вот это основные вещи. И, конечно, если вам человек скажет, что вы едете на полуприцеп, а потом кидает вас на длинномер, ну, тоже, опять же, принимать решение нужно вам. То же самое касается наоборот. Вы ехали на длинномер, а вас кидают на полуприцеп. А может быть, вы ехали на длинномер, что вы не хотите в Норвегию ездить, понимаете? А тут вас одно дело летом посылают на Норвегию, другое дело зимой. И наоборот, понимаете? Такая ситуация. Что еще по Ахале? Только что у меня было. Я не буду говорить, ребята, про работу на ауте.
Это вообще, я считаю, что этот вопрос не должен подниматься среди профессионала, водителей, что такое аут и когда на нем можно и куда можно ездить. И, ну, поверьте, 25 километров в одну сторону, 25 километров в другую сторону на ауте, по трассе, по городу, по промзоне, это несерьезно. Это далеко не серьезно. Опять же, думать вам, решать вам. Что еще? Ну вот, наверное, все, что я хотел сказать. А вообще я скажу так, что мне очень понравилась организация Вахали. Вот реально, мне очень понравилось. Вот у меня Настя диспетчер была, золотая девочка, вот реально. Может, где-то она чуть-чуть не понимала, потому что, может, ей кто-то не подсказывал, не говорил, потому что такие вещи, как типа Google карта и едь по Google, да, ну вы сами понимаете, для кого проложен маршрут на Google, да. Ну, далеко не для наших машин, тем более для 25-метровых. Вот это... Я не думаю, что я ей открыл глаза, я просто говорю, Настя, ну, это же совершенно другой маршрут, как я по нему поеду? Если ты мне кинешь маршрут, я по нему поеду. Ну, потому что он мне показывает Google карты, да, я не могу ехать. Ну, куда я поеду? Там мост, там жилая зона, я там не могу ехать. А так вообще, блин, вот реально, меня, ну, может быть, в Хейстеркампе были такие логисты, да, а, не, ну, в Ситрансе, да, хорошая логистика была, но там иностранцы, понимаете, в Хейстере наши были, то там 50-50, а в Ситрансе иностранцы, в Германии в Карготрансе, там девочка вообще далекая от наши работы, просто, ну, не знаю, с ней лучше по телефону не разговаривать, лучше по перепискам, потому что она только звонит, уже понимает, что ее кто-то обидел, она уже плачет, неважно, сколько это время, 7 утра, 6 утра, и такой бред несла, мама не горюй. Чуть ли даже такие вещи, почему вас так медленно загружают, почему вас так медленно выгружают, ну... Знаете, это еще мелочи. Там были такие дела вообще, блин. Да типа как в Хейстере был вариант, зачем ты открыл смену? В смысле, зачем? Я начал работу. Но ехать ты мог ехать, зачем ты открыл смену, понимаете? Да, это нормально, ты диспетчер. Очень опытный. О, я не был в Карготрансе, да? Олю вспоминаешь до сих пор? Так что с логистикой там нормально. База. На Антоле это его база. Ну, все есть. Вообще все условия. И магазины недалеко. И заправка недалеко. И мойка магазина, кстати. И мойка, да. И, ну, все рядом, понимаете. И да, там 800 метров проехать на ауте можно. И на мойку, и на заправку. Но не 25 же километров. Вот, и душевая, и стиралка, вот все есть. Но единственное, нету там кухни, да, где там можно было подключить мультиварку, все дела. Ну, хотя, может быть, и можно было бы найти там в прачечной, да, там. Ну, а так все отлично. Интернет в машинах безлимитный. Ну, единственное, скорость не позволяла, трафик не позволял, видео по WhatsApp, да. Ну, вообще, видео не по WhatsApp, не по Viber, да, видео, не видео, а даже вообще звонки. А так, все вообще, я пользовался интернетом вообще без проблем, с этим, да, вот отлично. Вот, что еще? Логистика, поддержка, да, все это отлично. Машина, да, хорошая машина, но со всеми машинами что-то случается. В моем случае... Поскольку сцепление у меня там было 490, по-моему, километров, ну, тысяч, да, все говорили, что подошло сцепление, да, а по факту там еще и помимо диска сцепления, там еще кое-что. Ну, наверное, уже я там шлифовал, да, там где-то не знающий, на кнопке, где-то без кнопки. Говорю в открытую, кстати, да, мне потом, ты думаешь, я твой... Босс говорит, думаешь, я твои видео не смотрю? Я смотрю твои видео, ты здесь, так, 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 так. Я говорю, ты знаешь, если бы я хотел это скрыть, я бы это не показал.
Потому что это лайф-стайл. Я показываю, как оно есть. Где мои ошибки, ты видишь. Все видят мои ошибки. Можете смеяться, можете не смеяться. А кто-то возьмет и примет их, и не будет их совершать. Так что советую новичкам. Посмотрите мои видео. Их немного, моих видосов с этого. Вы увидите, где я ошибался, где я не ошибался. Вам это поможет. Лучше через мои ошибки учитесь, как совет. Это не как призвание, идите, смотрите меня, подписывайтесь на мой канал. Мой канал может кому-то нравится, может кому-то не нравится. Насколько я знаю своих ребят, которые постоянные мои подписчики, им нравится не смотреть, что я показываю. Им нравится просто моя болтовня. Вот я еду, о чем-то разговариваю, просто о чем-то. Как вот вы можете включить камеру и начать петь песни, стихи рассказывать. Вот, кстати, тем более в Ахале есть один парень, который прекрасно знает стихи и прекрасно умеет их рассказывать. И вообще коллектив в Ахале, да, хотел рассказать. 99% кого встречал в Ахале, ребята, вот такие парни. Во всех отношениях. Во всех отношениях. Есть индивидуумы, которые считают себя там выше других, умнее других, хотя еще на самом деле кто-то зеленый, кто-то уже там профи, да, но это их право, считайте, просто других не трогайте. Есть любители, как в обычных, знаете, как говорят, что в большой семье, там пукнулся, а там на том углу сказали, что обосрался. Так и здесь есть. Но в основном, кого я там запомнил, Леха, Рома, Макс, Дэн, второй Дэн, третий Дэн, кто там, Паша, Олег. Всем, ребята, привет, спасибо вам за то, что там помогали, что пишете, переживаете как бы за меня, поддерживаете, да. Вот реально поддержка очень была важна, и мне Дэн передавал слова поддержки. Это действительно вдохновляло вот так вот. И даже хотелось продолжать работать, продолжать, вот если вот эта вся фигня не случилась, я бы и работал бы там. Ну, так уж получилось. Говорю, что я не позволю себе на шею сесть и меня ставить, равняется ниже плинтусом. Мне не 15, не 20, мне даже не 40 лет. Ёлки-палки. Человек должен понимать, что один, что второй, что третий, что ты общаешься все-таки со взрослым человеком. Да, я в душе, может, пацан, я любитель такой потусоваться и попутешествовать. И, ну, грубо, я вырос не в пробирке, понимаете? Но надо все-таки проявлять какое-то уважение. Я-то проявляю уважение, неважно твоему возрасту, тебе 15, 20 или сколько тебе лет, или ты старше меня, или младше меня. Я никогда не позволю себе так разговаривать, ну невежливо, на каких-то там тонах, что я тут вот король, а ты тут никто. Так что вот так. Ну, я рассказал про Ахалу. Вообще впечатление от Ахалы отлично, вот реально отличное впечатление. Так что, если кто-то захочет поработать в Скандинавии на 25 метрах, ну, единственный совет, ребята, начинайте все-таки, когда еще снега нет. Это вы с организацией, и с дорогами. Конечно, все дороги нельзя выучить, как говорят, да, но вы хотя бы будете знакомы, что такое. 3 цифры, 2 цифры, 1 цифра, да, что такое 4, 12 или там 868, в чем разница, я не говорю там про четырехзначные, туда вообще лезть не надо, даже летом, и тогда будет все в порядке, а, повторюсь, подъезд к рампам, это ерунда, по сравнению с горками шведскими. Вот, но если что-то, вопросов нету, ребята, наверное, я буду уже заканчивать. Спасибо, что заходите на канал. Да, по-моему, пока вопросов нету. Спасибо еще раз тем, кто меня поддерживал в моей работе в Ахале. И хочу пожелать вам всем удачи. Вообще всем удачи, коллегам. Не забывайте, что нас всех ждут дома. Меня дождались. Ну, пройдет время, опять иду, опять будут ждать. Как-то так. Ну и как обычно, ребята. Берегите себя, своих родных и близких, и все будет чики-пуки. Удачи. Да, Джуста? Пожелай ребятам удачи. Где ты там? О, Джуста. Пожелай всем удачи. Да? Пожелай всем удачи, мы с тобой гулять пойдем. Все. Пока, ребята.